настал тот час, когда хочется напасть сюда. Потом нам дадут сколько? 36 за ход. Обалдеть. Мы все восстановим здесь. Перелет. Вот такое незатейливое название. Новости о нашем успехе в джунглях. Воодушевили падших на открытое восстание. Им не хватает ресурсов, и без нашей помощи они не выживут. Я не позволю их мужеству остаться без поддержки. Мы попали в сложную ситуацию. Для этой новой технологии требуется огромное количество тимония. Того, что у нас есть, совершенно недостаточно, чтобы начинать битву с богами. Падшие показали нам, где находится крепость Квотлов. Я намерен взять ее. Но нам крепость сразу не нужна. У нас есть дополнительное задание, по-моему. И вот нужно будет охранять ковчеги, которые по разлому будут Скоро нам должны доставить оружие. К сожалению, мы не смогли установить полный контроль над транспортными средствами. Придется охранять их, пока они прибудут на место. Вот, 7 контейнеров. Разведчики падших обнаружили вооружение Квотлов. Они собираются перевести его в 7 контейнерах. Чтобы полностью собрать орудие, нам потребуется все 7. Но мы сможем использовать любой контейнер, успешно попавший в наш город.
этой битве нам бы очень пригодилось небесное оружие. Было бы очень разумно построить храм. Прибывает первая партия. Это получается с каждого города по отряду. Цали сильны, отчего бы тебе их не построить? Thank you.
Подходит еще одна партия. Будь готов к нападению врагов. Thank you.
скоро дойдет последняя партия. Вот и все, сейчас будет город мести. Thank you.
Thank you.
Столица наша! Так, тут надо подумать. Во-первых, так. Thank you.
остается ее столицу атаковать. Здесь будет 4 очка, и там еще что-то за задание, наверное. Ну и здесь территория, и здесь хотелось бы героев покруче. Вроде как у Винчи там поменьше прокачивать. Сейчас посмотрим. По крайней мере, технологии полностью у Винчи надо будет также сделать. И армия сколько хочешь набирай.